людей во веру, его прислуга принимала крещение. Ты тут подъезжаешься в бассейн. Его очень почитали и мы. Еще он был
жив, його і тут почитали на Русі. Почитали, тому що був дивний чоловік, який так просіяв своєю святостю, що до сих пор ті люди, які його пам'ятають, там знають, то вспоминають його наставлення, його поведіння, його он юродство, но в Америке это не понимают. Вот, они, он ходил босиком зимой, там, летом. Ну, вот такой случай был, что он пришел на синод, приходил на синод босиком. Ну, там архиереи сходятся, и они так сделали ему замечание, что не ходить, на синод без сандалий не являться. И он на следующий синод пришел босиком, но с сандалиями под мышкой. Было указание, как было, без сандалий приходить, вот они у меня тут находятся. Но его все любили, потому что он сам всех любил. Такой дивный святой воин Божий. А так вот Бог дал, что родился тут, а прославился на другом конце земного шара. Но у Бога нет границ, у Бога все его дети, которые живут тут, которые живут в Америке или в Австралии, где в каких-то частях земли, они все чада Божии. И вот так вот Господь напоминает нам о том, что мы все творения Божии, мы все должны быть едины и должны быть верующим в Бога. И тем, что цветы рассеиваются по всему земному шару, как цветы, красивые цветы, которые украшают вселенную. Спасибо, дорогой владыка Иларион, дорогой владыка Митрофан, дорогой владыка Арсений, за то внимание, которое вы окружили нас здесь, на этом месте, за те интересные слова, те воспоминания, которые вы сказали, потому что тут был дом святитель Иоанн. Алтарь прямо на месте дома. На месте дома, да. Вот. Пусть Господь молитвами святителя Иоанна хранит всех нас. Спасибо вам. Дорогие владыки, мы все витаем вас на этом месте. И я от всех говорю, что все благодарны вам за ту увагу, за ту вашу любовь, которую вы проявляете до нас. Тимиряни часто не розуміють, що таке монашество. Я думаю, коли вони мене питають, чому ти став монахом, як так, монахний здоров, я сам не можу відповісти на це питання. Але я знаю, що я бачив монахів. Я пам'ятаю, я був маленьким хлопчиком, і ми з друзями бачили вас, ми дивились на вас і хотіли бути такими, як ви. І тільки я благодарю вас за все, що ви для мене зробили, за ту увагу. Я пам'ятаю, як ви з нами з дітьми гралися, як ви нас підтримували, як ви нам допомагали. Ми стараємося і просимо, щоб Господь укріпив вас, щоб дав вам сили, душевних, фізичних, много і багато. Великому господину и отцу вашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, и свято-троицкой Сергиевой лавре священному архимандриту, и господину нашему высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, подожди, Господи, благоденственное мирное житие, здоровье и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани их, благое и благое лето. Мон царь, 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 Мон царь,
Смотрю, все поют, все уже выучили. Да, все знают наизусть. Нас, ваше блаженство, мы очень любим братьев, и братья любят Донбасс. И мы знаем, что большое количество, ну, в процентном отношении я не скажу сколько, но братьев много есть буковины у нас в Лавре. И скажу вам честно, все они очень достойные монахи. Я, как священный архимандрит, вижу их старания, их любовь к обители, и ту твердую веру, которую они почерпли с той земли, святой земли, Буковинской земли, и здесь поднесут свой подвиг монашеский. Вы сказали в своем слове, что Ян Шанхайский родился здесь, а прославился на втором континенте земли. А вот видите, монахи буковинские родились в горах, в тех условиях особенных, а подвиг свой христианский и монашеский несут здесь, на востоке Украины. Ваше блаженство, я хочу поблагодарить вас за, слышу слова, которые сказал отец Рафаил, который вы с ними играли, наставляли. Они хотели быть подобными во всем на вас, но только они не хотят быть блаженнейшими. Спасибо, Господи, ваше блаженство, за визит. Мы очень рады, что вы посетили это святое место.